играть. Музыканты забывают, что надо играть. Остаток зла и счастья старого зла, и прежних радость и печаль, лишь разум мой способен вдаль до горизонта протянуть надежды рвущуюся нить и попытаться изменить хоть что-нибудь. Пустые споры, слов, туман, дворцы, норы, свет и тьма и облегчение, лишь в одном стоять до смерти на своем ненужном и стряхнуть, и старый страх прогнать из глаз, из темноты на свет шагнуть, как в первый раз. И узелок опять связать надежды порванную нить, и в сотый раз тебе сказать, что что-то можно изменить, и хоть не стоит свечи поверь опять, что победишь. В конечном счете будет прав тот, кто зажег огонь добра. Осадок зла и счастья старого зла, и прежних радость и печаль, лишь разум мой способен вдаль до горизонта протянуть надежды рвущуюся нить и попытаться изменить хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Спасибо, ребята, спасибо. Передавать Сергей Масленников и Сергей Терешкин, мой любимый гитарист, мой близкий друг. Спасибо ему, спасибо вам за то, что выслушали. И в качестве завершения я относительно недавно написал четверостишее, оно в принципе и о себе, и о моих слушателях. Мой дом — это кладбище, мертвецы в гробах, мои товарищи, а в душе моей только зло и мрак. Но никто из них вам живым не враг. Спасибо. Благодарим, да, двух Сергея. Сергея Масленникова и Сергея Терешкина. А, дамы и господа, у кого есть ремарочка? Давай. Грина Солонова. Спасибо. У меня ремарка к песне «Татьяны». Называется «Человек мирный». Ломайте меня, я из стали. Да что вы ко мне пристали? И Гитлер, зараза, и Сталин. Достали меня вы, достали. Я человек мирный, я жить хочу. Но я гибну. Для каждой войны, для приказа всегда есть молодое мясо. Ломайте же, я из титана, я из-под земли восстану. Свою дополнительную бусинку я положу в графин о том, что все-таки люди решают все сами. И исход войны как раз-таки зависит от тех ребят, от тех пацанов, которых отправляют на войну.